девочка Женя. Тебе приехали родители. Идет девочка Женя обратно в отряд, а по дороге ворон считает. Плачешь. Я проворонила гостиницу родителей. Женечка, ну ты не расстраивайся. Я сейчас сажу цветочки. Вот тебе цветик-семицветик. Только скажи волшебные слова. Лети-лети лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. И он исполнит любое твое желание. Мы на северных